Парламент Австралии провел годовое исследование и пришел к выводу, что через 30 лет в штате Новый Южный Уэльс могут исчезнуть все коалы. Ситуацию ухудшили недавние масштабные пожары. В них погибли не менее 4000 этих сумчатых животных. Без срочного вмешательства властей штата коала исчезнет в Новом Южном Уэльсе к 2050 году. Это чрезвычайно важная информация для всех, кто заботится о коалах. Согласно докладу, в некоторых районах штата коалы потеряли 80% мест обитания. Реальность такова, что этим животным просто не выжить. И если у нас будет больше пожаров, то ситуация станет еще хуже. В парламентском докладе изложены 42 рекомендации правительству штата, которые должны помочь восстановить популяцию коал. В числе предложенных мер – создание новых заповедников. Коалы обитают только в Австралии, и по всей стране их становится все меньше. В прошлом году Австралийский фонд защиты коал подсчитал, что этих животных осталось не более 80 тысяч.